столице Дагестана до конца года отремонтируют почти 70 улиц. Всероссийская конференция «Безопасные и качественные дороги» прошла в Махачкале. Подробнее в следующем сюжете. Использование 3D-нивелирования с применением лазерного оборудования, передовые технологии и сжатые сроки. В республике на территории Махачкалинской агломерации идет ремонт 68 улиц и двух подъездных дорог. Общая протяженность более 70 километров. 34 улицы уже сданы, к концу года будут завершены еще 18. Отремонтированы десятки улиц в городе Махачкале. Завершается ремонт автомобильной дороги от аэропорта до Махачкалы. Это совершенно современная четырехполосная автомагистраль, выполненная с высоким, даже я скажу, с высочайшим качеством. Об этом говорят и пользователи автодороги, и наши коллеги-дорожники видят, что сегодня дагестанские дорожники умеют работать. Специалисты отметили, что перед ними стоит важная задача – устранить перегрузку дорожной сети. Необходимо проложить новый асфальт к 5 райцентрам и соединить их со столицей Дагестана. Рамазан Абдулатипов призвал к обеспечению безопасности движения на участках дорог с высокой концентрацией ДТП, а также озвучил идею открытия Авара-Кахетинского пути. Я вот сейчас в ходе данных поручений, надо все эти вещи прослеживать и выступать вольными законодательными инициативами, поправками, и в частности защитить даже транспортный налог. Руководитель агентства по дорожному хозяйству упомянул, что ДАК «Автодор» обслуживает свыше 30 тысяч километров автомобильных дорог и более 1200 мостов. Он высоко оценил амбициозность дагестанцев, молодых специалистов-новаторов, которые трудились над строительством взлетно-посадочной полосы аэропорта. И мы впервые вот в нашем регионе, наверное, реализовали на полимер-битумной основе асфальтобетон. Это верхний слой аэропорта был. Вот эти все рецепты подбирали наши ребята. И чем я доволен, все они молодые. Вот начальник лаборатории, сколько, 30 еще нету. В завершении встречи состоялась торжественная церемония награждения отличившихся работников дорожного строительства почетными званиями и именными грамотами от главы Дагестана. Лариана Шимхалаева, Мурат Бекбарс, телеканал ННТ «Махачкала».